Роман Абрамович, мультимиллиардер Фредди Боллок, сатирик Михаил Задорнов, принц Марокко Ибрагим Халиль, музыкант Борис Гребенщиков, принцесса Индии Химани Лакшми. Этих людей, по сути, объединяет только одно. Все они однажды приехали в глухую сибирскую деревню. Они были здесь не с гастролями, не с официальным визитом. Просто что-то словно притянуло их в окрестности села Окунёва в Омской области. Причем не только их. В сибирскую тайгу едут паломники со всего мира, а может и визитеры с других планет. Местные жители уже не удивляются, когда в небе над Окунёва появляются такие картины. Это наше небо сегодня. Да, это наш главный. Исследователи уверены, за этим местом кто-то пристально наблюдает. Ведь один раз загадочные образы можно списать на природный феномен, но над Окунёва чуть ли не каждый день проплывают вот такие облака. Считается, что кто-то указывает на Окунёва, как на новый ковчег. Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется в сибирскую тайгу, чтобы расшифровать тайные знаки. В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Сибирскую тайгу атакуют сотни неопознанных объектов. Их жертвами все чаще становятся местные жители. Вот я покажу. Вот где отпечатки. Сенсационная находка археологов. Загадочные черепа, найденные в Омской области, опровергают теорию эволюции. На одном черепе четко видны факты убийства ритуального. Эта вода исцеляет неизлечимые болезни, что скрывают 5 сибирских озер. И озера такие, что мертвого поднимут. Экспедиция программы «Тайны мира» раскрыла тайну нового ковчега и обнаружила следы инопланетного корабля на дне Таежного озера. Смотри, что нашли. Тайны Сибири. У Ватикана есть список святых мест. Но как в этом списке оказалась обычная сибирская деревня Окунёва? Сюда, в Омскую область, приезжают тысячи паломников со всего света. Сегодня мы раскроем тайну этого загадочного места. В июле 2003 года при раскопках в Омской области археолог Игорь Скандаков сделал сенсационное открытие. Возле деревни Окунёва было вскрыто захоронение эпохи неолита. Останки древних существ, живших в этих местах более 8 тысяч лет назад, потрясли научный мир. Это были люди с вытянутой формой черепа. Вот, значит, одна из представительниц племени. Археологи нашли 12 скелетов, которые вряд ли можно назвать останками древних людей. У тех, кого похоронили в сибирском кургане, были черепа необычной формы, сильно вытянутые в затылочной части. Когда антропологи определили пол и возраст, оказалось, что все черепа принадлежат женщинам в основном в возрасте 40-50 лет. И у всех оказалась искусственная деформация черепа. Ну, если сравнить, всем известные, допустим, это фильмы про Индиану Джонс, вот этот хрустальный череп, ну вот точно такой же, только настоящий.
Исследователи уверены, молодые женщины были убиты во время таинственного обряда. На одном черепе четко видны факты убийства ритуального. То есть висок был пробит каким-то колом. Все убитые были древними жрицами, которых специально выращивали. Но кто и для каких целей? Если это необычные женщины, значит, они в каких-то участвовали обрядах. Возможно, они и помогали связаться человеку с потусторонним миром. Аналогичные черепа находили в Мексике и Перу. Их обладатели, как говорят ученые, даже теоретически не могли выжить в условиях земного притяжения. При объеме мозга в 2,5-3,5 тысячи кубических сантиметров система кровообращения, внутренние органы и строение скелета должны кардинально отличаться от всего, что мы знаем о физиологии человека. Но самое удивительное в том, что такие существа доживали по меньшей мере до 50 лет. Во времена неолита 30-летний человек уже был дряхлым стариком. Но как могут быть связаны две находки? Черепа одной и той же вытянутой формы в Сибири и Южной Америке. Ведь в эпоху неолита два континента уже разделяли тысячи километров. Российские ученые выдвинули гипотезу. 300 тысяч лет назад на территории Западной Сибири существовала высокоразвитая цивилизация, где зародились многие религии мира. Прилетели боги, это была эра богов. И эти боги решили создавать людей, они создали людей. Люди, рассказывающие этот миф, уже не понимали, что может быть летательный аппарат. Они все это переводили в огненную колесницу Бога. Эту теорию поддерживает кандидат наук и директор Омского планетария Владимир Крупко. Он утверждает, над сибирской деревней Акунёва сейчас как раз наблюдают явления, которые древние могли образно описывать как огненные колесницы богов и низвержение небесного огня. Мощнейшие вспышки, которые даже из Омска наблюдали, отсюда падение и вспышки там. Владимир Крупко уверен, Западная Сибирь чем-то притягивает инопланетян. Ученый и сам видел неопознанные объекты. Я увидел светящийся объект оранжевого цвета. Я стал за ним наблюдать телескоп. Он был на довольно большом расстоянии. Он сделал вот такой же круг, очень небольшой, оставляя собой след, влетел в свой собственный след и исчез навсегда. В Сибири у каждого местного жителя есть запись пролетающих в небе НЛО. Они так часто появляются здесь и что-то ищут в деревне Акунёва. Нам бы хотелось узнать, почему именно Сибирь стала космодромом для пришельцев. Это видео сняли местные жители. В небе над Акунёва часто появляются светящиеся шары. Люди говорят, в последнее время неопознанные объекты опускаются все ниже, как будто пытаются что-то разузнать. После встречи с одним из них на теле у Михаила Крутикова остались незаживающие раны. Вот я покажу. Вот у тебя отпечатки. Михаил утверждает, пришельцы разрушили стены, сломали мебель, сожгли бытовую технику. В тот вечер он засиделся у телевизора, как вдруг в углу комнаты возник ослепляющий свет. В этот момент меня очень сильно что-то ударило в грудь. И потом начался сильный такой звук. Он такой низковатый был. Ну, невысокий, но сильный, такой пронзительный, прям в уши, до боли. Где-то это было секунды 3-4. Все в глазах погасло. Местные жители уверены, незваные гости зачастили в Сибирь не просто так.
Наша экспедиция отправляется в Омскую область, чтобы провести собственное расследование. Село Окунево в Омской области. Сюда едут люди со всего мира. Таинственные силы заставляют бросать все. Семьи, дома, квартиры, престижную и высокооплачиваемую работу. Я жила в это время в Москве, но всегда чего-то в жизни не хватало. Как зов, что-то вот зов, который тебе все время не дает покоя. Однажды я вижу сон, что ко мне подходит мужчина. Этот человек поцеловал меня и ушел. Вернуться к прежней жизни я не смогу, жить как прежде я не смогу. Те люди, которые переехали в Окунево, считают, что их сознанием происходят странные вещи. Но вот со стороны все выглядит так, как будто на них воздействуют извне. Самое страшное, что здесь может произойти с человеком, это помутнение рассудка. Татьяна не единственная, кто бросил столичную жизнь ради Окунева. Семья Петровых тоже переехала сюда из Москвы. Анна – учитель географии, ее муж Александр – ученый-физик. Но только здесь они поняли, что на самом деле их родина даже не в Москве и не в Сибири. У нас вообще звездная семья, Александр с Сириуса. Вообще я всегда удивлялась, он такой необычный, и как-то сложно его понять многим людям. Я всегда где-то знала, что он не отсюда. Моя старшая дочка в созвездии Плеяд, и даже у нее есть подтверждение, это семь родинок. Женщина уверена, расположение родинок на теле ее дочери копирует созвездие Плеяд. Анна говорит о том, что в прошлой жизни она жила на звезде Сириус. Эту информацию женщина получила именно в Окунево, буквально на следующий день после приезда. Ночью над домом завис огромный светящийся шар. На несколько секунд Анна потеряла сознание, а очнувшись, услышала голоса. Они рассказали о ее звездном происхождении. Я поняла, что это как бы канал или портал, будем такой энергетический, любви, света, вселенской энергии. Живущая по соседству с Петровыми врач Любовь Алимбекова из Рыбинска приехала в Окунево 12 лет назад. С тех пор она не покидала аномальную зону. Продала свою квартиру, ушла от мужа и купила избушку в тайге. Меня Сибирь сама по себе притягивает. Она мне несколько раз возвращала к себе. Как, знаете, как магнит притягивает. Притяжение Земли оказалось сильнее страха. В Окунево бывший врач сразу столкнулась с необъяснимыми потерями. Огненный шар уничтожил подсобное хозяйство и едва не спалил дом. И вдруг появляется красный шар. Ну, я уже привыкла ко всем шарам, уже, потому что, ну, как должны уже. И вдруг чувствую, что я ослепла. 100% ничего не вижу. Все, темнота. Прошло несколько секунд, зрение опять то же самое. Вот. И вот, вот это опалило вот эти веточки. Береза уже пришла в себя, она тоже была опаленная вот этим шаром громадным. Новые жители Окунева готовы жить бок о бок с непознанным ради одного. Они уверены, что только здесь, в Сибири, можно переждать грядущий конец света. Смотрите далее. Эти исцеления невозможно объяснить. Простая вода против знаний современной медицины. И озера такие, что мертвого поднимут. В этом месте земная кора никогда не сдвинется с места. Подземный храм спасает Сибирь от землетрясений. Какой-то или камень, или что там лежит в этом внизу. Ну-ка. Вот. Капсула времени. Кто сохранил для нас знания, полученные из космоса? Здесь кристалл какой-то вот находится где-то в каких-то недрах Земли. Thank you.
Почти 10 лет назад ученые сделали вывод. Солнце воздействует на Землю таким образом, что планета перестает удерживать тектонические плиты. Поэтому земная кора приходит в движение. Сбываются предсказания пророков, над которыми совсем недавно смеялся весь научный мир. Голландия, Япония, восточное побережье Америки, Калифорния, Индия, Китай и европейская часть России – все эти регионы неминуемо погибнут. Таков научно обоснованный сценарий апокалипсиса. После грандиозных землетрясений мировой океан поднимется на несколько метров. Вода затопит почти все обитаемые части материков. Раньше считалось, что вообще, ну вот плиты или платформы, они, в общем-то, не подвержены серьезным структурным каким-то преобразованиям. Но сейчас выяснилось, что платформы очень мобильные, очень активны и в сейсмическом иногда плане, и структурно они очень ведут себя активно. В живых останутся только жители Западно-Сибирской равнины. На этот естественный ковчег указывали Ванга, Нострадамус и самый известный американский предсказатель Эдгар Кейси. И вот он сделал интересное предсказание о том, что к 2000 году настанет такое время, когда начнется цепь таких катастрофических событий на планете. И часть территории уйдет под воду. В этом плане он указывал, что часть территории западного побережья США уйдет в Калифорнию. Есть то, что сохранится как бы территория, это Сибирь. И что именно с Сибири начнется возрождение человечества. Геологи доказали, что тектоническая плита, на которой расположен центр Западной Сибири, имеет форму кристалла. Основание этого кристалла касается самого центра планеты. Он закреплен и удерживается ядром Земли, мощной магнитной точкой. Именно поэтому на территории Омской области никогда не будет землетрясений и катаклизмов. Легенда гласит, в тайге есть 5 озер. 4 из них можно найти на карте. 5-е не зря называют потаенным. Видели его немногие, а те, кто видел, таинственным образом исчезали бесследно. 5 озер – самая главная тайна Сибири. Исследователи считают, что они образовались много тысяч лет назад в результате падения на Землю осколков огромного метеорита. По одной из версий, метеорит раскололся на 5 частей и образовал огромные впадины, которые впоследствии были заполнены водой. Если учесть, что размер озера 350 метров, вот этот размер кратера 350 метров, то вес вот метеорита, который мог упасть в это озеро, мог достигать 15 тысяч тонн. По легенде, озера соединены подземной рекой, а вода в них обладает целебными свойствами. Дома у москвички Тамары Ивановны большой запас живой воды из Окунева. Она держит ее в 3-литровых банках и пьет каждое утро. Хороша. Когда приезжают внуки, я внуков пою, даю умывать. Ну, видите как? Ну, просто прелесть. Пенсионерка считает, что вода из Окунева спасла ей жизнь. 5 лет назад врачи поставили ей неутешительный диагноз. У меня проблемы с желудочно-кишечным трактом. У меня постоянно горечь во рту. Врачи разводят руками, не знают, что со мной, а мне все хуже и хуже. Есть такая деревня, которая называется Окунева. И что у них там озера. И озера такие, что мертвого поднимут. И теперь каждое лето пенсионерка отправляется в сибирскую тайгу к озерам на поездку,
копит весь год. Каждую пенсию, во всяком случае, где-то в пределах 1000 рублей, я каждый месяц могу отложить. Вот уже 5 лет езжу, может, я себе туда не поехала, может, я уже давно загнулась. Наша экспедиция решила исследовать все загадочные озера в окрестностях Окунева. До нас аналогичную работу провели специалисты научной экспедиции под руководством ученого-геофизика Александра Зайцева. Правда, им удалось найти только 4 из 5 озер, но и этого материала хватило, чтобы поставить ученых в тупик. Приборы показали удивительную воду просто. И удивительные электромагнитные поля, сильные и резко меняющиеся. В некоторых местах, вот сейсмограмма, в некоторых местах мы ловили сигнал музыкальный. Загадка сибирских озер оказалась гораздо ближе к поверхности, чем могли предполагать. Исследователи говорят, сейчас нет необходимости заглядывать на глубину 10-15 километров, где начинается мантия нашей планеты. Среди песков и суглинков, всего в 50 метрах под землей, они обнаружили странный массив из гранитных плит, да еще и полый внутри. Четко гипербола, большая, какой-то или камень, или что там лежит, вот он внизу. Ну-ка. Вот. В Окунево считают, что подземный массив – это древний храм, в котором 12 жриц с вытянутыми черепами и проводили свои ритуалы. Упоминания о загадочном храме в Сибири встречаются в Ригведе, древнейшем собрании индийских религиозных текстов. Легенда гласит, что в древнейшие времена на землю опустились огненные корабли Сириуса, и оттуда вышли белые люди. Они даровали землянам знания, заключенные в кристалл. Этот священный артефакт поместили в центр храма. Речь идет о том, что этот кристалл просто оставлен древними. Информационный кристалл, который мы можем разбудить и получить оттуда знания. Обломки этого храмового комплекса периодически сканируются геофизиками или всплывают вот эти плиты гранитные из земли, вылазят. Здесь кристалл какой-то находится где-то в каких-то недрах земли, может быть, тоннели, может быть, это какой-то подземный храм. Никто не может сказать точно. Жители села Окунево уверены, древний храм находится глубоко под одним из 5 сибирских озер. Примечательность этого храма – это кристалл, который содержит информацию. Этим кристаллом хотят обладать очень многие, но это знание посвященных. Об этом храме и кристалле знают за много тысяч километров от Окунева. В 1989 году в сибирскую деревню приехала ученица одного из верховных брахманов Индии Расма Розитис. У нее была миссия – найти место, где спрятан храм и кристалл. Она объехала всю Сибирь, но именно в Окунево нашла то, что искала. Расма Розитис предрекла, именно здесь спасутся избранные. Она приехала в это место, которое сейчас Амкар называется. Где-то рядом там поставила палатку, несколько дней там молилась, медитировала. И ей, как она рассказывала, там пришли существа из света. Она поняла, что это, знак такой. После этих пророчеств в Окунево стали приезжать паломники со всего мира. Многие остаются здесь насовсем. Все они уверены, что древний храм скоро сам поднимется из озерных глубин.
И это будет единственное место на Земле, которое не заденут ни падающие метеориты, ни потоп, ни землетрясения. Я слышала это предсказание от огромного количества наших современных русских ясновидящих, экстрасенсов. И они говорят о прекрасном городе, который здесь будет построен. Город просветительский центр, куда будут стекаться люди со всей планеты. Исследователи считают, что 8 тысяч лет назад на территории Сибирской равнины жил древний народ саргаты. Именно они охраняли главную реликвию храма – инопланетный кристалл. Для неолита саргаты обладали феноменальным ростом и силой. Жители Окунёва, кстати, до сих пор отличаются завидным здоровьем. Дмитрий Шаронин считает себя потомком саргатов. Ну, они широкие в плечах, высокие, сильные, по 2 метра высотой. Потомок исчезнувшей цивилизации считает, что несколько тысяч лет назад к саргатам попал инопланетный носитель информации. Спасаясь от постоянных атак из космоса, жрецы ушли под землю, а кристалл разделили на 5 частей. Под каждым из этих озер находится фрагмент кристалла. Он, кристалл был расчленен и спрятан под дном озера в специальных капсулах. Современные исследователи вполне серьезно относятся к древней легенде. Они предполагают, что при помощи древнего кристалла жрецы общались с космосом. Кристалл этот либо материальный, либо нематериальный. Какой-то кристалл, несущий информацию о древности, древних тайных знаниях. Вроде какой-то информационной капсулы, которую нужно раскрыть, и информация перейдет к человечеству. Одни исследователи считают, что кристалл содержит в себе знания инопланетных цивилизаций. Другие, что таинственный камень – это своего рода могущественное устройство. Конусообразный восьмигранный кристалл сиренево таких розоватых тонов. Он может аккумулировать энергию, несравнимую ни с чем. Наши все устройства по сравнению с ним – ничто, мелочь. И он являлся еще и своеобразным суперкомпьютером. Именно поэтому, по легенде, кристалл сыграет решающую роль в момент апокалипсиса. После того, как прежний мир погибнет, обладатели древнего камня создадут новую среду обитания для новой цивилизации на планете. Загадочный кристалл – это, возможно, последний шанс всей современной цивилизации. Когда-то он помогал жрецам менять климат на Земле и говорить с другими планетами. Исследователи считают, что мыслящий кристалл сейчас спрятан в Сибирских озерах. Далее в нашей программе. Таинственные обитатели Сибирских озер угрожают местным жителям и туристам. Русалка у меня прям выдирала, сдирала, она мне душила и снимала с меня эти украшения. Что происходит с людьми, которых затянул ведьмин круг? Это 100% что не мои цивилизации. Марианская впадина в сибирской глуши. Сенсационная находка нашей экспедиции, спустившейся на дно Шайтан-озера. Воронкообразное движение такое не было. Побоялись лезть туда. Наша экспедиция исследует тайгу на севере Омской области. Здесь находится 5 озер, которые появились в результате падения метеорита. Считается, что именно в этих озерах спрятан кристалл, который достался древним народам Сибири от инопланетных цивилизаций. Озеро Данилово названо по имени кузнеца, который бесследно исчез здесь в 19 веке. Сюда мы приезжаем днем,
причем в самое безопасное время. Наши проводники говорят, что озеро охраняют русалки. Вечером, а тем более в лунную ночь, никто из местных и близко к берегу не подойдет. Человекоподобное существо. Хвост попадая, хвост они могут делать, то есть они могут его проявлять, а могут и не проявлять. Длинные волосы, у них очень большие глаза, больше, чем у человека. Инга Смольникова называет себя ясновидящей. Несколько лет назад к ней за помощью обратилась женщина. Она утверждала, что стала жертвой русалки из озера Данилова. А у этой женщины очень много было, она привезла ожерелья, очень много было всяких разных. Вот она говорит, эта русалка у меня прям выдирала, сдирала, она мне душила и снимала с меня эти украшения. Славяне верили, что в начале лета русалки выходили из воды на землю. Они затягивали людей в хоровод, а потом топили в озерах. Это страшное время называли русалочьей неделей. Инга говорит, что в Окунево русалочья неделя продолжается весь год. Сама ясновидящая не раз видела русалок, она даже научилась понимать их язык. Мы общаемся. Причем я задаю такие вещи, интересные вопросы, и они отвечают мне. Она говорит, как правило, на стихах, речитатив, чем-то похож на Пушкина. Вот. И это как бы говорит о том, что это настоящая сущность, именно живая. Это место некоторые называют русалочьим озером. В Окунево говорят, что здесь погибло немало людей. Местные жители уверены, что всех их убили коварные русалки. Они прячут тайны озера от случайных глаз. Но вот русалки ли это? Или охрана древнего артефакта просто замаскирована под сибирские легенды? Продавец сувениров Ирина Когтева хорошо знакома с загадочным эффектом сибирских озер. Она знает, странные вещи на Данилином озере происходят с людьми и при свете дня. Данилово – это чудесное озеро, ну, космическое буквально озеро. Там белый свет, ну, вот я там прям купалась в белом цвете. Как закипает там вода время от времени, пузырьки там, в общем, видят люди. Ирина – одна из тех, кто, видимо, сам того не зная, вошел в резонанс с древним кристаллом. Женщина утверждает, что однажды она заснула на берегу озера, а когда проснулась, заговорила на неизвестном языке. Я единственное могу сказать, что это язык образов, это не язык слов. Ну, проще просто продемонстрировать вам. Не менее загадочные явления наблюдаются и на Шайтан-озере. Там тоже может быть спрятана одна из частей мыслящего кристалла. Недаром же космические объекты буквально атакуют эти берега. Выжженные деревья – это следы отчаянных поисков тайника подземных жрецов. Дорога на Шайтан-озеро идет через так называемый «Ведьмин круг». С некоторых пор здесь постоянно появляются незваные гости из космоса. Ну, в этом кругу, оно, знаете, оно зависало. Прямо наверху. И потом туда пошло вот. Оно почему-то часто очень движется с востока на запад. Местные жители уверены, кто-то очень хочет прорваться к подземным сокровищам древней цивилизации. Части кристалла не дают покоя пришельцам, ведь от этого артефакта, возможно, зависит будущее всей Земли. Нельзя исключать инопланетность. А то самое благодатное место – это Сибирь. И настолько нужно было след оставить. Посмотрите, выжженность, что там и трава не растет. Следы остались. Но это никак не… Это человек не мог это сделать. Шайтан-озеро расположено в 15 километрах от деревни, в глухой тайге.
наша экспедиция отправляется в пеший поход. Исследователи говорят, что у Окуневских озер с людьми могут происходить необъяснимые вещи. Попав под влияние магнитных аномалий, человек буквально теряет разум. Кто-то видит свечение, как огонь вот этот пространственный, либо столбы света, либо в облаках что-то появляется. Группа дайверов согласилась изучить дно Шайтан-озера. Кроме нас, никто еще не искал ключи к древним загадкам в этих опасных глубинах. Мы ищем путь к тайнику, в котором, возможно, хранится часть мыслящего кристалла. Здесь подводный мир словно бы вымер. По пути экспедиция не встретила ни одного обитателя озерных глубин. Позже дайверы признаются, что в момент погружения поняли, почему озеро называют бездонным. В справочниках говорится, глубина озера не превышает 15 метров. Но вот экспедиция погрузилась уже на 20, теперь на 25 метров, а подводный склон уводит все ниже. На глубине 30 метров наш корреспондент исследует озерный склон, покрытый водорослями. Остальная группа уходит еще ниже. На поверхности они делятся впечатлениями. Дайверы нашли что-то вроде водосброса, который устраивают в искусственных прудах. Для водоема, который возник в результате падения метеорита, это немыслимо. Было какое-то белое пятно, на самом деле, да? Когда к нему стали приближаться, непонятно, цвет поменялся, побоялись лезть туда дальше. Воронкообразное движение такое у нее было. Сососок. После погружения в руках корреспондента программы «Тайны мира» оказался предмет, которого просто не могло быть в пустынном районе тайги. Он явно неприродного происхождения. Смотри, что нашли. Я не знаю, что это такое. Ржавое. Он лежал в улу. Чисто случайно торчал его вот этот кусок. И удалось его забрать. Подобные валялись какие-то металлические маленькие части чего-то, но они просто в улу, и мы их потеряли, не могли найти. Дайверы утверждают, что это всего лишь один из осколков, которые запутались в водорослях на дне озера. Исследователя Михаила Речкина удивила наша находка. Это фрагмент цельной вещи. Михаил Николаевич предполагает, что этот элемент может быть частью древнего артефакта. Чтобы воссоздать объект, необходимы еще три точно таких же фрагмента. Исследователь уверен, все вместе эти элементы образуют круг правильной формы диаметром 41 сантиметр, что точно повторяет диаметр звезды Сириус в масштабе 1 к 100 миллионам. Смотрите далее. Его искали на картах, а обнаружили в небе. Потаенное озеро зовет к себе избранных. А вот эти вот блики, шары, они вот через камеру, вот они, их видно. На этой дороге нет проводников, но экспедиция нашей программы, едва не заблудившись в тайге, подошла к разгадке тайны мыслящего кристалла. Вот оно, потаенное вот туда. Вот оно.
Кто войдет в число избранных, которые спасутся в конце времен, и как активировать древний артефакт? 12 человек должны приложить руки к этому камню. Существует легенда, что 12 жрецов могут активировать мыслящий кристалл. Для того, чтобы сделать это, они должны собраться в одном, в особом месте, которое отсутствует на карте. А дорогу к нему знают только избранные. Исследователь Сибирских озер Михаил Речкин утверждает, найти дорогу к потаенному озеру непросто, потому что оно способно перемещаться. Оно исчезает и появляется в самых разных местах. Оно появляется, возникает, как хрономираж или голограмма. Я не знаю, чем это объяснить. Можно как угодно объяснять, но оно появляется. А потом исчезает. Это видео сняла жительница Екатеринбурга Татьяна Кустова. Это невероятно. Она утверждает, любительская камера странным образом зафиксировала отражение потаенного озера в небе. Вон, посмотри-ка. Ага. Круг-то двойной идет. Двойной. Начали снимать видеокамеры, да? Небо вот голубое, а вот эти вот блики, шары, они вот через камеру, вот они, их видно. На кадрах действительно отчетливо вырисовываются странные очертания. Что это? Преломление света или действительно отражение? Мы попросили эксперта расшифровать это видео. С технической точки зрения я вам могу точно сказать, что это никакой не фотошоп, не блик. Это действительно какой-то объект, который зафиксировала камера. В реальности же потаенное озеро видели единицы. Единственным, согласившимся показать нам дорогу к сакральному месту, стал человек, называющий себя потомком саргатов. Дмитрий предупреждает нас, результат экспедиции непредсказуем, ведь потаенное озеро перемещается в пространстве. К месту, где оно находится, его каждый раз ведет какое-то странное, едва уловимое чувство внутри. Ноги будто сами знают, где повернуть, а где пройти прямо. Нарисовать карту маршрута невозможно. Тут очень сложно сказать, знаете, вот озеро в прошлый раз, допустим, где-то было вон там, в той стороне. Вот сейчас, может быть, и здесь. Вот сейчас будем смотреть, пробираться, только смотрите под ноги аккуратно, чтобы там на змеи не нарваться. Дмитрий рассказывает, каждый раз его дорога к озеру пролегает по новому маршруту. Можно идти 30 минут. А можно безрезультатно блуждать весь день. Иногда путь к месту ему указывают светящиеся в воздухе шары. В 5 километрах возникал шар, такой, знаете, как бы так обрисовать, чуть крупнее Луны по размеру, из центра, такие как бы как червяки вот такие. Вылетают, они вот так крутятся, и получается сфера. Червяки такого цвета, салатовый, оранжевый, желтый. 6-й час пути. Мы в глухой тайге. Дороги нет. Еле продираемся сквозь заросли. Но наш проводник упрямо идет вперед. Дмитрий уверен, озеро совсем близко. А вон, смотрите, вот оно. Вот оно. Возможно, потаенное вот туда. Вот оно, озеро. Вот оно. Ну-ка, поближе. Можно? Дмитрий уверяет, этого озера нет на карте.
Используя GPS, устанавливаем координаты точки, в которой мы сейчас находимся. 56 градусов 20 минут и 22 секунды северной широты. 74 градуса 54 минуты 28 секунд восточной долготы. Но на карте Омской области нет никакого озера. Может быть, это и есть то самое пятое потаенное озеро. Озеро, которое перемещается в пространстве и времени. Не исключено, что это часть защитной системы кристалла. Именно поэтому при аэрофотосъемке и на снимках из космоса видны только четыре озера. Пятое современные приборы просто не могут зафиксировать. Это место было необычным. У меня там электронные часы останавливались, гасли, механически отставали. Недалеко от этого таинственного места и были найдены черепа существ, которые потрясли научный мир. 12 человек, убитых больше 8 тысяч лет назад, по всей видимости, именно здесь проводили свои магические ритуалы. По легенде, части кристалла должны найти и активировать 12 избранных. 21 декабря 2012 года ожидается переход, он будет. Тут будут собираться люди. Здесь будет церемония с хрустальными черепами. Это не сказки, это были. Это действительно будет. Это очень мощное место. Загадочный артефакт словно сам притягивает к себе людей. Ольга Гурбанович из Нижневартовска рассказывает о своем видении, которые пришли к ней несколько лет назад. Вот камень, он овальный, вот такой вот, как бы круглый и овальный, как выпуклый, да, это самое. Получается, вот их соединяют, руки на него накладывают. 12 человек должны приложить руки к этому камню. Кристалл как будто проверяет силы тех, кто приезжает в Окунево. Каждый из них так или иначе испытывает на себе воздействие инопланетного артефакта. И обычные люди, и знаменитости. Если бы удалось найти кристалл, то мы бы восстановили связь с Сириусом, с системой Сириуса. Вот. И могли избежать очень многих бед. Потом этот кристалл может закрыть защитным экраном силовым огромный участок Западной Сибири. И тогда эта территория превратится в своеобразный сухопутный ковчег человечества. Как предсказывал Эдгар Кейси. Есть разные версии того, как именно избранные активируют кристалл. Но кто это будет? Земляне или спасители с других планет? Возможно, сами избранные еще не знают, что должно случиться в конце времен. Загадку сибирской деревни еще только предстоит раскрыть. Десятки экспедиций каждый год уходят в тайгу. И только местные жители и сотни тех, кто переехал сюда в надежде спастись от конца света, уверены, именно из Сибири придет спасение всему миру. В последний миг человечества Окунева раскроет свою тайну. И это произойдет совсем скоро.